19-я спартакиада вузов Республики Татарстан собрала в завершающемся учебном году 6 тысяч студентов из 24 образовательных организаций. Соревнования прошли по 32 видам спорта. Поволжская государственная академия, появившаяся в Казани всего 5 лет назад, в очередной раз показала отличные результаты в соревнованиях и одержала победу в 19 видах спорта. Спорт, он очень популярный среди студенчества, причем с каждым годом количество растет, надо сказать об этом. И, безусловно, вот вовлечение студентов в спортивную среду – это очень важная составляющая формирования их как будущих специалистов, как специалистов, которые войдут в отрасль народного хозяйства крепкими, здоровыми физически. Естественно, это их занятость, времени. То есть это очень полезно во всех смыслах. Поэтому, безусловно, мы и дальше будем поддерживать. Сегодня никакой речи не может быть о сокращении количества видов спорта в спартакиаде. Наоборот, мне кажется, надо смотреть, расширять этот спектр. Министерство спорта Республики Татарстан выделило студенческим лигам общий призовой фонд в размере 4,5 миллиона рублей. Каждая из команд призеров и победителей получила сертификат на спортивный инвентарь и экипировку. Задачей правительства Российской Федерации в программе развития физической культуры и спорта поставлена такая задача, как к 2020 году 80% студентов России должны активно заниматься физической культурой и спортом. Это очень высокий показатель. А как можно активно заниматься? В том числе вот участвуя в таких мероприятиях, как спартакиады вузов, лиги различного рода. Безусловно, мы должны активно представлять и студенческую среду нашу республиканскую, республику достойно представлять в этих соревнованиях. И нам очень интересно в этой студенческой среде соревноваться. На этом же строятся и отношения, укрепляются связи между вузами. Это очень важно. Регина Фахрутдинова, Роман Самарин, Универньюз.